всем! Сегодняшнее видео о том, как создать перформанс, звуки которого будут разделены по клавиатуре синтезатора. То есть каждый из четырех звуков, из которых состоит перформанс, будет звучать в своей зоне клавиатуры, которую вы разделите на четыре части. А это означает, что в четырех перформансах, назначаемых на стиль, вы сможете использовать в сумме до 16 различных звуков, не отвлекаясь на банк STS-программ. Эта функция весьма незаменима в композициях, при исполнении которых нужно мгновенно переключаться на другой звук. Нередко мы физически не успеваем это сделать. Досмотрите это видео до конца, а также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики. Итак, поехали! Мы знаем, что в программах STS или так называемых перформансах можно использовать всего 4 звука. А именно, 3 звука sound для правой руки, которые обычно смикшированы вместе, и один для левой. В синтезаторах KORG серии PA есть возможность при специальной настройке играть по отдельности этими звуками, разделив клавиатуру на 3 или 4 отдельные зоны. Первая зона слева определяется точкой разделения клавиатуры Split Point, а остальные зоны можно назначить на клавиатуре, выбирая на ней в нужных местах соответствующие ноты разделения. Чтобы показать все возможности синтезатора, мы сегодня рассмотрим создание максимально возможных 4 зон. То есть одну для левой руки плюс 3 для правой. Хотя, по-хорошему, этот вариант больше удобен для клавиатур с количеством клавиш 76 или 88, а не 61, как у PA 900. Итак, предположим, что вам нужно исполнить композицию, которая нуждается в частой и быстрой смене звуков, и у вас есть для этого только один синтезатор. Разделение инструментов перформанса на отдельные зоны по клавиатуре. Клавиатура с 61 клавишей, 5 октав, считается стандартом для современных неполноразмерных синтезаторов. Большинство синтезаторов KORG серии PA относятся именно к этой категории. Отсчет октав на клавиатуре PA 900 начинается с ноты до 2, так называемой большой октавы, и заканчивается первой нотой четвертой октавы до 7, итого 5 октав. Итак, перейдите в банк и выберите перформанс, саунды которого вы хотите разделить по клавиатуре синтезатора. Удерживайте кнопку Split более 1 секунды и после появления окна с предложением нажать на клавишу выберите точку разделения клавиатуры, предположим, Radius 4. Split Point назначен. Таким образом, в области взятия аккордов до ноты Radius 4 у вас будет звучать саунд перформанса, выбранный для левой руки – Big Band Brass. На оставшиеся 3 октавы справа можно назначить, соответственно, остальные 1, 2 и 3 саунды перформанса. Для этого перейдите в меню и Keyboard Ensemble. И затем выберите вкладку Key Velocity Range. В PA 900 она первая в строке для вкладок. На этой странице вы видите в правой части дисплея ваши первые 3 звука перформанса, используемые при игре правой рукой. Настройки для первого, верхнего, инструмента перформанса находятся в крайнем правом столбце. Нижние 2 строчки – это настройки чувствительности звучания саунда в зависимости от силы нажатия на клавиши. Вы можете их попробовать, но это другая тема. Сегодня нас интересуют верхние 2 строчки, которые отвечают за диапазон звучания саундов по клавиатуре. Для удобства мютируйте остальные 2 саунда и оставьте только первый. Так как до ноты Radius 4 точки Split Point у вас используется саунд для левой руки, вы настраиваете диапазон для первого саунда правой руки, в нашем случае гитары, начиная сразу со следующей ноты, то есть чтобы он звучал с ноты Radius 4 по ноту, к примеру, Re 5 следующей октавы. Затем переведите в режим Play второй саунд Brass и настройте его в диапазоне дальше по клавиатуре, то есть чтобы он звучал с ноты, которая находится сразу после Re 5, это нота Radius 5, и до ноты, к примеру, Re 6 следующей октавы. Точно так же переведите затем в режим Play третий саунд и настройте его диапазон в оставшейся части клавиатуры, то
то есть от ноты Ре диез 6 и до последней ноты До 7. Вот и все. Теперь перейдите в меню, миксер, и настройте каждый из саундов перформанса в отдельности по балансу, громкости, эффектом, трехполосным эквалайзером, и обязательно по высоте октавы, а именно в данном примере транспонирование октавы для первого саунда выставим плюс 1, второго минус 1, третьего минус 1. Ну а для саунда левой руки обычно транспонирование октавы остается прежним. Естественно, вы можете при желании заменить саунды в полученном перформансе и выбрать любые другие инструменты из банка звуков User Sound. По окончании работы не забудьте сохранить новый перформанс. Удерживайте любую кнопку из банка Performance более 1 секунды. В открывающемся окне нажмите Select и выберите свободную ячейку. Дайте имя, затем два раза OK и Yes. Созданный перформанс сохранен. Заметим еще раз, что для неполноразмерных синтезаторов с 5 октавами удобнее делить клавиатуру для игры правой руки не на 3, как мы рассмотрели, а на 2 зоны. Для того, чтобы вам просто хватало нот для игры с каждым звуком. При этом два саунда, к примеру, два первых, настраиваются одинаково с ноты Split, Ре диез 4, в нашем случае, до ноты Соль диез 5, к примеру. Как обычно, выбираются красиво совместимые по звучанию саунды, которые будут прослушиваться одновременно. А третий саунд, соответственно, с ноты Ля 5 и до конца клавиатуры ноты До 7. С таким вариантом разделения всего на две зоны правой руки в разы увеличится количество композиций, которые вы сможете сыграть созданным перформансом. В заключение отмечу, что при замене верхнего саунда в перформансе отключаются эффекты перформанса. Для этого нужно перейти в меню Effects и на вкладке B назначить их заново. Но это уже тема будущего видео по созданию нового перформанса. А на сегодня это все. Если понравилось видео, ставьте класс и делитесь с друзьями. Удачи всем!